Всем привет. Вот и началась у нас новая неделя. Продолжаем трешивать без доната. Так, что там у нас сегодня? Кулачки, это хорошо. Самики. Ну и новая легендарная карта, смотрим. Бау. Хрень, хрень. Жалко, жалко. Так, ну давайте сегодня по бырику пофармим все. Начнем с этой локации. Так, так, два. Выбор, конечно, у нас не особо велик. 4. Сейчас посмотрим еще, что по рунам у нас есть. Друид. Фараон. Так, смотрим. Ремок. Ремок нет. Ожив тоже нет. Печалька. Ну, ставим ожог. Смертельный удар. Так, на гарпию поставим. Тяжелый удар. Разброс. Даже не так, разброс мы поставим сюда. Что-то такое подумаем интересное сегодня. Так, ожог. Вот, короче, как-то так. Какую-то хрень собрали. Побежали, потестируем. Так, походу тут нас сейчас сольют. А может и нет. Да. Вот так вот. Поимели нас жестко. Ничего себе. Вот так вот дедушка их развалил. Так, смотрим, что там дальше у нас. Давай, фараон включился, хорошо, дедушка ударил, и на этом все закончилось. Вот так вот. Понятно. Так, хорошо. Побежали, надо отфармить королевскую битву, которую мы недавно открыли. Четвертый уровень, плюс две клеточки. Это хорошо. Так, улучшаем, улучшаем, еще улучшаем. Все, на этом все закончилось. Вот у нас появился первый наш
Алтарь. Так, давай, тыква, разгоняйся. Видите, вот поэтому тыковку хорошо ставить вот тут первой, если у вас слабенький новый аккаунт, и у вас уже есть тыква, вы будете ее на ней, она будет разгонять очень хорошо. Так как ее вражеские герои заряжать будут. Главное, чтобы это не атлант был. А, алтари уже ж можно улучшать до кого там 10 или 15. Придется красные копить тоже. Потому что с алтаря хорошо падает. Так, есть. Сейчас надо будет тыковки просветы повкачивать. Будем гнать тыкву первую на эволюцию. Да, это вам не топовый аккаунт, там где все проходится за пару секунд. Так, есть. Все, на четвертом уровне у нас появился первый алтарь. Даже получили плюшки за это. Вот так вот. Сами кирикотик, вот прям. Так, волна Е. Ну, волны мы попробуем сейчас попозже. Давайте пойдем сначала тыковку. Поднимем ей просвет. Ну, уже 15-й. Ей надо будет дальше по левелу ее поднять. Так. А что там у нас есть по плюшкам? Ну, так, с этим закончили. Арена 80 кулачков. Забытые 50-10 самоцветов. Топовая награда. Побежали трешивать. Не понял, что это было. О, ничего себе, Бигфут. Круто. Сейчас у нас, смотрите, как он хлопнет.
Вот это чётенько, на такую силу иметь Бигфута. Тут с нашей силой можно даже не смотреть. Нереально просто. Ну, тут еще реально. Ну что, может, будет первая победа в забытой битве? Или нет? Нет, походу нет. Походу нет. Ну-ка. Давай, душегуб. Ну, да, ребята, это первая победа наша. Ура! Первая победа в забытой битве. 33 кулака. Круто. Стрелок. Ну-ка посмотрим, что тут у нас. Ну, если тут зеленые 118, то я представляю, что сейчас дальше будет. Не, нормально. А нет, не очень нормально. Смотрите, что они делают. Да, круто. Куда там моим нубам? Так, дайте каких-то попроще. Да. Сейчас мы одержимого натянем. Но это опять же не точно. Так, хорошо. Забытую отфармили. Так, экспедицию я оставлю на вечер. Что у нас тут? А тут нам надо прокачать какого-то героя. Ну, это, конечно же, будет тыковка. Плюс 25 самиков. Теперь делаем пропуск нам волны еще рановато. Заодно докачаем наших героев. Ну, по 25 тоже неплохо. Хоть мы забираем на первую эволюцию тыкве. Так, есть. Это мы дофармим потом. Чтобы время не затягивать. Побежали, попробуем по демочке поприходить. Тыковка у нас уже с просветами. Должна уже получше держать урон. Ну, видите, вроде неплохо. Пока держимся. Так, делаем вот так вот. Самое главное, чтобы тыковку сейчас не слили. Хорош. Ну, должны затащить. Думаю, затащим. Да, затащили. Кстати, надо посмотреть, что у нас там по питомцам. Улучшаем. Тоже улучшаем. Так, и Феникс у нас есть. Нормально тут героя можно улучшить. Говорю, героев питомцев.
Так, и тут однозначно тоже надо улучшить, но нам не хватает маны. Что у нас там на складе? Ладно, сейчас рейд фарманем. Да, Нубис уже есть. Круто. Мне бы его. Так, идем улучшаем нашего цепелина. Хорошо, побежали дальше трешивать. Пробовать пройти пятые. Так, тут у нас юнитов уже поменьше, но зато у нас тут уже героев побольше. Причем герои не слабенькие. Берем магию. Попробуем вот отсюда зайти. Как тыква проседает. Жестко, жестко. Не дайте тыкве умереть. Охрановато я, наверное, использовал магию. Ну ладно, попробуем. Ой, сейчас нас суккуб, наверное, тут с плюшки. Повезло, повезло. Так, тыковки отхил. Хорош, хорош. Красавчики. Затащили. Так. Не дохнуть. Есть 100%. Побежали дальше. Так, а тут герои по двое стоят. Попробуем со стороны паладина зайти. Ай, давайте магию возьмем. Не взял магию. Только не вот эту, а вот эту. Пробуем отхил, потому что нас очень сносит сильно. Так, тыковка непонятно куда убежала, это плохо. Сюда кинем это, а сейчас на тыковку, если что, кинем отхил. Точнее, не отхил, а защиту. Ну, затащили. Без потерь. Так, красавчики. Так, смотрим, что у нас тут. Тоже по двое, да? Мы попробуем отсюда забежать. Видите, если первую тыковку выпускать, ее башни заряжают. Это нам дает возможность. Так, защиту пришлось кинуть, использовать. Так, ой-ой-ой-ой. Это плохо, конечно. Плохо-плохо, шапку убить. Есть, убили. Красавчики. Так, ну-ка. Паладина, затащите. Хорош. Да, чётенько прошли. Завтра уже им пооткрываем следующую звезду и будем дальше прокачивать.
по трешечку. Так, есть. Так, попробуем отсюда забежать. С этих барашков. С барашинов. Тут как раз, если что, выбежит. Вот выбежало три героя. Так, шапочку убить. Не дать ей ударить. Хорошо. Так, тыква, 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 тыква. Ты что, дохнешь? Вот он пошел, разгончик. Отхила надо. Есть. Так, подхил тыкве. Все, гуд. Прошли. Так, ну что, попробуем отсюда зайти. Ну, тыковка, как я вижу, уже более живучая стала по сравнению с тем, что было. Так, тыква. Тыкве подхил, подхил надо. Так, есть, 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 есть. Все, гуд. Затащили опять. Вроде, казалось бы, герои это мелкие. Но, как видите, благодаря питомцам мы свободно продвигаемся в прохождении. Так, ну побежали, по очереди будем проходить. Элитная кошмарка. Говорю, кошмарка. Подземка. До кошмарки тут, конечно, еще очень далеко. Попробуем сейчас отсюда зайти. Ну, видите, тыковка жестко проседает уже. Посерьезнее тут бьют. Ну, у нас отхила, в принципе, хватает. Так, щит, отхил. Ну вот, в принципе, все вроде. На изи затащили. Есть. Что там у нас, архидемон? Рунки получили. Завтра будем бить. Пробовать, посмотрим. Или давайте сейчас. Первая наша попытка на архидемона. Тут, конечно, без разницы, кого брать. Попробуем. Не знаю даже, что за архидемон, но попробуем хоть что-то набить. Вдруг в топ выйдем. Ничего себе, смотрите, мы даже стоим нормально на нем. Вот тыковка слилась. Как ты могла? Короче, он нас жестко-жестко раздал. 21501, это топ. Давайте попробуем. Вдруг сейчас опять топчик будет. Ну, понятно все. Без топа, конечно, тут топчика уже не будет. Демон с отражением, походу. Да.
Ну, топовый урон, 21 тысяча, 13 без стыковки. Жестко, жестко. Ну, побежали дальше фармить подземочки. У нас еще их есть немножко. Так, а тут, конечно, будет печалька, печалька. Ну, давайте попробуем отсюда зайти. Жестко, жестко проседает уже тыковка. Так. Самое главное не проспать, кинуть щит. Пока бегут вроде хорошо, отлично. Вот теперь кидаем щит. Ну, сейчас должны без проблем затащить, да. Даже не воспользовались магией от хила. Гуд. Хорошо. Да, демон с отражением. Побежали на элитную. Попробуем отсюда с друида начать. Я надеюсь, мы не просядем. Так, отхил. Отхил кинул, теперь ай-яй-яй-яй-яй. Кинул магию раньше. Ладно, посмотрим, что у нас с этого получится сейчас. Но это очень плохо. Хотя, вроде, смотрите, как под разгоном сейчас просто будут все крошить. Да, там даже герои внизу не выстоят до конца. Хорош, хорош, хорош. Вот что делает тыковка. Без тыквы подземки фармить очень сложно. Есть. Неплохо сегодня мы идем. Видите, есть смысл тыквы качать просвет. И вкачивать ее первой. Так, что тут у нас? Ну, давайте попробуем отсюда. Ой-ой-ой. Что-то вы жестко бьете, ребята. Ой, чую, сейчас наша шапка тут всех поимеет, если ее не снесут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, как я и говорил. Так, в принципе, неплохо шли. Ну, хотя, если сейчас, смотрите, если сейчас друид у нас будет давать отхил вовремя, то Феникс может тут еще раз дать. Так, ну-ка, 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 хорошо ударил. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, все, вся надежда на друида. Что друид затащит. Смотрите, что Феникс делает. Вообще четенько. Ой, хорош, хорош, красавчик. Ну давай, затащи. Самое главное, чтобы он друида подбил немножко. Ой, хорош. Вот так вот. Не хватило. Давайте награды заберем. Девятьсот четыре самоцвета. Неплохо. Карта выносливости. Да. Вот такой вот у нас был сегодня восьмой день. В принципе, неплохо, неплохо прошли немножко пятых подземок. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотите увидеть, кроме доната на этом аккаунте. Всем пока!